Сюда подошел Ларик, на! Бля, писуньте в ухо. Пацан, он не софт, нифига себе он играет. Нифига себе. Итак, ребята, всем здорово. И сегодня мы играем дуэльку с вот этим вот... С вот этим вот грибобасом, кентом АПК. Так, братик. Оп. До свидания. Добрый вечер, я диспетчер. Так, надо вот эту кнопочку поставить чуть пониже. Вот сюда. Отлично. Слушайте, я, кстати, не знаю, как играет Кент, но вроде бы он не киберспортсмен, но сейчас мы это и узнаем. Первый раунд, давайте купим П-350 и гранаты. Ага. Так, он в темочке. Давайте ему хаешку дадим. О, попал. Еще раз попал. Ладно, пофиг. Давайте флешку в плент кинем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Тут никого, тут кто у нас тут, и тут никого. Ля, да как они задолбали, где уже эти падальщики? А он сидит в тёмке до сих пор? Понятно, давайте сейчас в плент пройдем. И бомбу не будем ставить, давайте вот тут сейчас его убьем аккуратно. Так, он идет. Ой-ой-ой, вантапик, нормально. А, вот он, сюда. 3, 2, 1, голова. Ля, у него софт, не? Хана он задрот. Ой, фу, ой, закрысил, ребята, хэштег, фу, вонючка. Я-то с тобой как с мужиком один на один вышел. А ты, бред, у тебя нет ничего мужского, понимаешь? Слушайте, ну мне кажется, это будет 8-0, не? Ну давайте на втором раунде с его дигла его же и убьем. Так, что, он опять в темке, что ли? Ага, понял. Лови. Где он? Я попал? А он меня запушить решил. Понятно. О, попал. О, давайте по фану флешку в небо дадим. За флешу или нет? Ля! Мне жопа. Ля-ля-ля, что происходит? Я флешку бросил, не пойми куда. Ля! Я фрик. Так, киберспортивный смачок. О, давайте в смок аккуратно пройдем. Он этого не ожидает 100%. Он уже в дом прошел, наверное. Аккуратно. А, он тут стоял. Окей. О, секретная анимация. Нормально, 2-0. Пацаны, а где он? Твою налево! Ля, я не могу, это просто какой-то жесткий кибер, это прям жесткий кибер. Ну давайте на третьем раунде опять с диглом поиграем. Почему бы и нет? Ля, трындец, зачем он меня пушит опять? Ладно, лови хаешку. Ля. Вот тут. Нет. Фух, на последнем патроне убил. Да ну нафиг, 3-0. Слушайте, ну я даже не знаю, а чё так легко? Лорич. Сюда. Ой, хорошо! Это как? Я не знаю, пацаны, он тупо пули непробиваемый, он какой-то нереальный. О, пока он в съемке, можно быстренько пройти в плент. Погнали. Так, давайте смачок вот такой вот. Топовый. Стреляет. И давайте аккуратно пройдем. Он убегает от меня. Египетская сила! Он прошел, походу. Он тут! Как? Я его видел там! Что за фигня? Просто что за фигня? Тихо, по мне инфы нету. Стреляет. Он тут. Давай, входи. О! Понял. Аккуратно. Так, он ушел на лонг, давайте бомбу быстро поставим. Так, давайте вот так флешку по фану кинем. Где он? Так, все понял, он слева от меня. Так, прошу. Он тут. Просто вокруг будем ходить. Алло, так по звукам он вообще далеко был. Ладно, хорошо, один раунд подарили. Окей, 3-1. Ноль патронов, ребята, вашу мордой в кашу. Ноль патронов. Ой, ля, что делать, пацаны, что делать? Ай, это попа. Пацаны, это жопа. Ля, у него, ля, фут, ну. Ля, ну это было прям максимально смешно, братан, а чё ты по мне не стрелял? Чё за фигня? Может, у меня патрона не было? Не, патроны были. Ля! А кого не понял, что я его обхожу? Как-то очень странно. Ну ладно, я уже хочу с калашом поиграть. И я думаю, это его последний раунд. Мне кажется, сейчас он через лонг пойдет. Нет. А где он? Тёмка? Так, флешечка. Ой-ой-ой, граната от него прилетела. Окей, я понял, где он. О, опять секретная анимация. Ой, он тут, лови хаешку, блин, куда ты меня пужишь? Ой, я по нему хорошо сейчас попал хаешкой. О, давайте сейчас в плент на шифте пройдем, он этого 100% не поймет. Я думаю. Флешка.
Ой-ой-ой, что у меня с сенсой? Ну ладно, убил. Тем временем счет уже 4-1. Египетская сила! Это чё за хренотень? Получай флешечку. Ой, хорошо-то как. Ой! Оп, ништяк. Что? Он же был там, в кармане! Как он прошел? Ребят, попахивает говном. Это не потому, что я обосрался, а потому что шо-то тут нечисто. Ну давайте, я не знаю, поиграем с М40. Почему бы и нет? О, давайте еще вот так вот коллаж за собой потащим, чтобы я, если что, смог с калашом поиграть. Ну давай, выходи, у меня М40, что ты боишься? А где он? Чего он не выходит? А, он на ланге был, понял. Бля, мне походу попа. Бежим за калашом. Отлично. Он в дом уже прошел. Тихо, лови хаешку. Он там, походу. Ай-яй-яй, ну что ты так неаккуратно выходишь? Он взял М16! Он себе подписал смертный приговор, пацаны, отвечаю. Лорик! Я жив? Я жив. Пожалуйста, не прыгай, я тебя умоляю. Да как? Чё? У него же было М16! Ля, у него был М16, фу, пацаны, это просто трындец какой-то. Ну что, счет 5-1, и я думаю, самое время взять пулемет. Давайте просто вот сюда встанем и начнем стрелять, вот так, какая у него реакция будет. Он меня опять запушил. Тихо-тихо-тихо, он тут. А, серьезно? Я по нему два раза попал, он уже сдох. Капец, пулемет имба. А как он стреляет? Я по нему даже попасть не могу. Ой, фу, пацаны, ой, фу. Ля, ну я тупо его пушу, понимаете, в чем прикол? Ну это реально не по-мужски, братан. Ну я тупо тебя пушу. Давай-ка, мужик, выходи. Сейчас надо его с АВМ забрать, если он меня опять запушит. Ля, настолько легко, серьезно. 7-1, кентуха, ну ты что? Ребята, ребята, оп. Ну, что это требовалось доказать? Это, брат, это не по-мужски. Это не по-мужски. Ребят, ну я так понял, это для него последний раунд. Счет 7-1, давайте флешечку вот такую дадим Тёмку. Ля, у меня авик, сейчас очень неудобно с ним играть. Он в Тёмке где-то, я его слышу. Так, тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Так, давайте вот такую хаешку дадим. Так, я попал хаешкой, отлично. Давайте по фану смачок. Ой-ой-ой, кентуха, куда ты идешь? Да, еще попади по мне вот так прыжком с... Я не понимаю, я клянусь. Ой фу, какая хрень. Ой фу, ой фу. Я манал, блин, с Лориком этим долбанным на дуэли. Лорик это легенда. Это прям очень жесткий тип. Прям очень жесткий тип. Ну, в общем-то, как-то так. 8-1. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.